35 семей в Караганде стоят в очереди на усыновление детей. Накануне заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейной демографической политики при президенте Республики Казахстан и член Центра избиркома Республики Казахстан посетили дом ребенка «Шапогат». Подробности в следующем материале. Предложение по изменению закона о защите прав детей сейчас инициируют депутаты парламента. Об этом сообщили представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан накануне при посещении дома ребенка «Шапогат». Заместитель председателя Национальной комиссии, член Центра избиркома Республики Казахстан выехали в регион, чтобы наглядно ознакомиться с работой государственных учреждений. Важной задачей является сегодня работа, выстроенная в регионах. Мы должны сегодня отходить от круглых столов, от посиделок, от статистики чистой и бумажной формы работы. Мы должны работать с населением и вести очень большую пропагандистскую и профилактическую работу. И вот эта работа, она именно в регионах должна быть направлена на формирование семейных ценностей. В задачи Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и государства в целом входят, чтобы как можно меньше детей оказывались в детских домах. Наиболее актуальным примером является патронатное воспитание детей. Здесь работают и законы, сегодня принятые на поддержку именно семей казахстанцев, которые желают взять детей в свои семьи, и патронатное воспитание, и опекунам сегодня оказывается поддержка социальная. Сейчас в очереди на усыновление детей стоят 35 семей, но при этом есть и те, кто отказывается от малышей. Например, в прошлом году двух детей вернули обратно в дом ребенка, при том, что родителям, усыновившим детей-сирот, помогало государство. Бакытгуль Окасова, Рустам Бараев, Владимир Иванюк, 5-й канал.